Президент России Владимир Путин сохраняет надежду на хрупкое перемирие, соглашение, которым было достигнуто в результате переговоров между Россией и США. В то же время повстанческие группы в Алеппо указывают на постоянное нарушение режима прекращения огня, которое вступило в силу в прошлый понедельник. Также российский лидер подверг критике Вашингтон за нежелание обнародовать достигнутые договоренности. Мы договорились о том, что должны быть разведены Джабхат ан-Нусра и же с ней, и показано, где они находятся, и показано, где находятся так называемые здоровые силы. Но что мы сейчас видим? Мы сейчас видим не разделение террористов от здоровой части оппозиции, а мы видим попытки перегруппироваться у этих террористов. Заменить одни вывески другими, одни названия поменять на другие названия и сохранить боевой потенциал. В то же время гуманитарная ситуация в Алеппо и других отрезанных от мира районов Сирии остается по-прежнему тяжелой. По утверждению повстанцев, помощь туда не прибывает. Известно, что на границе Турции и Сирии скопились десятки грузовиков с продовольствием, которые не могут пока доставить его по назначению.